еще один заказик из магазина GearBest. Приехал Schwedenpost. Это вторая посылка из заказа от 9 июля. 17 июля, то есть на следующий день после предыдущей посылки, ее отправили. И 4 августа я ее получил. То есть вот так. На день позже отправили, а приехала значительно позже. Powerbank. Так. Ну, на коробке ничего интересного нету. USB кабель и powerbank. Похоже, полностью севший. Характеристики указаны. 1 ампер и 2 ампера выходное. 1 ампер заряд. 20 тысяч миллиампер часов. Так, ну раз он полностью заряженный, то, точнее разряженный, осталось только его взвесить. Ну, по весу здесь грамм примерно 200-250, 246. И, судя по всему, емкость 20 тысяч здесь не будет. Максимум здесь будет 10 тысяч. Проверим. Ну что же, цифры вы только что видели. Результат удручающий. Ну и расскажу о самом пауэрбанке. Здесь у него два USB, один microUSB и кнопка, включающая либо отображение текущего уровня заряда, либо по долгому нажатию включается фонарик. Также по долгому нажатию он выключается.
Фонарик, кстати, хороший. Давайте выключу дополнительный свет. Мягкий рассеянный свет. Можно при нем читать. Яркости достаточно. Можно освещать комнату или палатку. Ну, осталось что? Осталось только разобрать этот пауэрбанк. Как видите, внутри 5 элементов 18650, маркировка 2015-06-06. Если это дата производства, то они довольно свежие. Но, увы, емкость их далека от заявленной производителем 20 тысяч мАч. В принципе, даже если сюда поставить, сколько там сейчас честная емкость у 18650, 3400 или 3600, ну, даже если 3600, получаем суммарно с 5 элементов 18 тысяч мАч. До 20 все равно не дотягивает. Ну а вот фонарик. Вот такие вот светодиоды стоят. Цвет белый, как видите. Через рассеиватель светят хорошо. Но это единственное, что хорошего в этом пауэрбанке. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях. Всем пока!